Добрый день, с вами художественная школа Империя Пикчер, и сегодня мы нарисуем вот такой простой скетч для самых маленьких художников, ну или для новичков. Ну, давайте приступать. Для этого нам понадобится простой карандаш, стерка, скетчбук и фломастеры, ну или любые другие материалы. Поехали. Для начала нам необходимо с вами нарисовать кружок. Далее от этого кружка мы делаем две линии, немножечко, которые сходятся к центру, и от этих линий рисуем два ушка. Далее ушки мы соединяем. После чего переходим к косточке. Косточка у нас будет в форме яйца. То есть рисуем такое небольшое яичко, закругленное сверху. То есть такой краешек будет закруглен именно сверху. И две лапки, такие дугообразные линии. Дальше рисуем глазки, носик и усики. После чего мы переходим на хвостик и срисовываем хвостик. Ну что, собственно, наш рисунок готов. Давайте добавим еще ножки и все. Можно переходить ко второму этапу нашего рисования – обводки. Берем черный линер и начинаем обводить нашего котика. Вы также можете воспользоваться черной гелевой ручкой, она тоже подойдет. Обводим косточку, коту, лапки, глазки. Сразу можно поставить точечку носика и сделать усики, также подчеркнуть хвостик. Ну и сразу же переходим к этапу третьему, убираем весь простой карандаш, то есть стираем ластиком все лишнее. После чего переходим к заливке, работа в цвете. Итак, я беру 48 цвет, ну вы можете взять любой зеленый светлый цвет. И этим цветом заливаю полностью всего котика. Стараемся заливать плотно, чтобы белых дырочек у нас не оставалось. Сразу проходим по глазкам, обводить их не нужно. Далее мы берем 43 цвет, это уже темно-зеленый, и этим цветом делаем хвостик. Также 43 цветом, ну или любым темно-зеленым, мы делаем контур вдоль нашего черного линера. Это будет шкурка авокадо, ну или шкурка нашего авокота в данном случае. Старайтесь, чтобы толщина шкурки была примерно одинаковая. Если вы работаете скетч-маркерами, то, возможно, она начнет растекаться. И это, в принципе, хорошо, то есть допустимо. Далее берем 99 цвет. Это коричневый, темный. Ну, не прям достаточно сильно темный, потому что нам нужно будет еще сделать на нем тени. Заливаем полностью косточку 99 коричневым, ну или любым другим коричневым цветом. Далее мы берем SG9, это такой темно-серый цвет, и делаем тени на хвосте и тени на авокадо, то есть буквально с левой стороны тень и такие полосочки небольшие на самой косточке, которая нам как раз таки подчеркивает текстуру. Далее берем SG5 и рисуем падающую тень под котом. Делаем такой полукруг, овал и хвостик. Ну и заливаем это все. После чего мы выравниваем контур, берем черный линер, выравниваем контур и прорисовываем глазки, то есть доводим уже нашу работу до завершения. Везде, где случайно у вас получилось, что вышел какой-то маркер за края, везде его подрисовывайте, дорисовывайте, чтобы все было четко. Вот я также прохожу края своего авокота. С правой, с левой стороны. В общем, выравниваем, доводим до идеала. Ну и финальный этап нашей работы – это белая ручка. Если у вас белой ручки нет, вы можете взять белую краску. Но я вам настоятельно рекомендую приобрести себе такую ручку. И с правой стороны мы делаем блики. На хвостике, на косточке, на кожуре, на глазках обязательно нужно поставить с правой стороны. Но ставим все с одной стороны. Если начинаете делать цвет с правой, то и ставьте с правой. Ну что, вот и все. Вот такой быстрый у нас авокод получился. Если у вас он тоже получился, обязательно присылайте ко мне в Империя Пикчер онлайн в Instagram. Я опубликую вашу работу у себя на странице и покажу вашего кота другим нашим подписчикам. Ну, я с вами прощаюсь. До свидания, друзья. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк. До свидания.